Соник Рейсинг! Тим Соник Рейсинг, товарищи мои дорогие! И... это шестой эпизод. И я бы много сейчас чего сказал, если бы не говорил это 40 минут назад. Дело в том, что я перезаписываю весь эпизод, и... понятное дело, мы-то прошли все здесь. То есть... мы были в мод-капсулах, я настраивал Тейлз, мы даже перепрошли Бухача! Вот видите, мы перепрошли Бухача. Успешно. Шикарная гонка была, да хрен! Нет, нет, файлы повреждены были, приходится сейчас перезаписывать. Ой, приходится все перезаписывать, завтра, видимо, придется записывать еще два дополнительных эпизода наперед. Но прежде всего, ребят, как ни крути, но я обязан все-таки это сказать еще раз. И с радостью скажу. Ведь в конце концов, ребят, нас уже 2500 человек на канале. Всем вам спасибо, что поддерживаете наш канал, подписываетесь, комментируете, ставите лайки, приходите на стримы полным составом. Это немножко такой язвительный, но хотелось бы видеть всех вас. Представьте. На каждом стриме от полностью сидят 2500 человек. Это было бы шикарно, мне кажется, было бы очень весело. Ну и, конечно же, ребят, спасибо всем, кто нас поддерживает, мой канал. Спасибо всем, кто донатит. Вспоминаю сразу, как под Man of Medan все вот походили, вот голосовали у нас было. Многие до этого еще спрашивали, а как пожертвовать, как поддонатить. Поставил на голосование, выбрали, вот. Теперь потихонечку, полегонечку, у каждого есть возможность поддержать. Буду всем очень признателен, конечно, ребят, что поддерживаете, что участвуете в этом. Я вот это очень рад, что вам это нравится. Ну и, конечно же, ребят, самое главное — анимация. Уже 2500 и один человек, а Гордон Рамзи будет еще больше махуй, когда устанет это в анимации. Нет, ребят, анимация делается, мы ее делаем с вами спокойно каждое воскресенье. И я могу сказать с уверенностью, что уже в течение мая она будет полностью закончена, потому что там останется только сделать анимации движения, в общем, ничего особо сложного. Красный дракон, сделаю еще парочку шаблонок, у меня уже есть примеров, то есть все места уже, считайте, забиты. Но, опять же, пока есть еще места, присылайте в Дискорде ваши скины. Это прямо обязательно, ваши майнкрафтские скины присылайте, ребят. Потому что я буду рад добавить вас, даже обработать ваш скин и сделать вам более совершенный скин, лучше, чем ваш оригинал. Которого потом сможете носить еще при этом в Майнкрафте. Бесплатно ведь причем! Никто не присылает. Приходится самому дополнять. Но с другой стороны, мы расширяем вселенную наших персонажей. В конце концов, наш канал скоро из игрового станет игровой анимационный. Ну, хотя это уже стал, но все-таки. Это так, мысли вслух, все-таки 2500 стукнуло. Я записываю 6 мая. То есть буквально вчера ночью нам стукнуло ровно 2500. Канал так быстро растет, ребят. Ой, реально, всем спасибо большое. Кстати, по поводу... бурного роста. Нельзя, конечно же, не прочитать ваши комментарии. Лучше сделать это сейчас, а то потом забуду ведь. Отдельно хочу сказать спасибо Галине Осиповой. Она наш 37 минут назад сразу поздравила. Да, я опубликовал новость 37 минут назад, и она сразу поздравила. Спасибо, Галин. Спасибо, Галиночка. Так, далее. Астрал Бэт. Он пишет. Креативника, но это под наш апгрейд анимационной заставки, который был у нас на канале несколько лет назад. Будет, кстати, тоже апгрейдить в скором будущем. Ну и, конечно же, пишет, хочу тоже доучиться 3D-моделированию. Я ему написал, что рекомендую посмотреть наши стримы по блендеру. Ему будет очень полезно. Кстати, я и вам тоже рекомендую, если хотите заниматься 3D-моделированием. Ну и, конечно же, мистер Каркарыч, биг-злодей, это мой отчим после 7-дневки. Забавно звучит, конечно, все равно. Так, Итан Уинтерс, почему Резик не выигрывает? Итан, да все 7 мая пока не настало. Ну, у вас, конечно же, наступило, ребят. Но я записываю 6-го. Завтра будут итоги. И по поводу, кстати, этих же самых итогов. Ребят, спасибо всем, кто принимал участие в голосовании по выбору марафонной игры. Да, вот такое длинное вступление. Уже 6 минут записываю. Ну, что поделаешь, такова реальность. У нас прямо повод огромный. Марафоны, 25 тысяч человек на канале. Ну, ребят, ну, можно же немножко тянуть. Так, ну а вкратце, опять же, еще раз повторюсь. Мы с вами
до того, как у меня были повреждены все файлы, мы прошли Бухача. Гонка была эпичная. Мы настроили шикарную машину Тейлса. Немножко подкорректировали гудки. И вы это все увидите уже в командный гран-при. Что, я не буду у вас лишать возможности насладиться шикарной задницей Тейлса. Так что, погнали. Если не обмануть, удастся схитрить еще лучше. Итак, Тейлс, берем сразу тебя. Вы посмотрите, какая машина. Золото, багряное золото в сочетании с металлом. Мы даже сделали ему вот такой апгрейд. Видите, вот ромбики. Эти ромбики настоящее будущее. За ними будущее, за этими ромбиками. Так, ну ладно, если серьезно, давайте продолжать. Это командная гонка. Шкала команд супер заряжается быстрее. Зарядка командной суперсилы, это было бы лучше. Продлевается командная суперсила. Продление тоже хороший вариант. Как ни крути. Наверное, лучше продление поставить. Быстрая зарядка, черт с ней. Хотя я им постоянно всегда даю в руки. Ладно, давайте лучше быстрая зарядка. Так, Тейлс, ты готов у нас, да? Ну, Тейлс-то точно всегда готов. Тейлс всегда у нас готов, ребят. Это бесспорненько. Так, ладно. Погнали. Так, извиняюсь, если сейчас немножко приседала. Почему у меня не выходит? Дело во мне? Нет, конечно, не должно быть. Это с моей машиной что-то не так. Типичная история. Создатель всегда видит свое создание. По-моему, я велел тебе заткнуться, Орбат. К счастью, я знаю, как сделать гоночную машину получше. Узрите Формулу М. С этой машиной я не могу проиграть. Наверное, мне стоит тебе и робот-помощников получше сделать. Что скажешь, Орбат? Не могу ответить, я затыкаюсь. Молодчина. Маркет стоит, детка! Ладно, серьезно, в этот раз я не могу поиграть. Посмотрите на Тейлса. Остальные наши напарники так себе. Вперед, Тейлс! Вперед, мое пушистое чудо! Давай, Тейлс, бегом, 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 бегом! Отличная команда! Новый буст, спасибо! И мы вырываемся! Победа наша, да, Дакрус? Я добью тебя, Тейлс, не мсти, Экбал. Давай, Тейлс! Мне хорошо получилось, нормально получилось. Зараза, нас прямо забирают все. Благодарю, Дакрус, то, что да-да. Отлично, так. Я отомщу тебя, Тейлс, давай отомсти мне, Тейлс. Что ты мне сделаешь? Ты же Тейлс. Сабилити! Тоже мне опасность. Да, мы прорвались уже. Вперед, команда! Рывок — это то, что нам нужно. Да, рывок нам нужен сейчас, Тоник. Да, сохранять позицию, я сделаю рывок. Давай, делай рывок. Это то, что пронеслось бы у меня. Это был Соник. В грязь лицо. Да, ладно тебе, Юрий.
Что у нас сзади? Кстати, если что, у меня кнопка настроена теперь назад. Смотрите, какой шикарный вид. Пока еще рано, пока еще рано, Вперед. Как только мы доберемся уже, вот там надо будет. Давай, есть. Вперед, вперед, Тейлз. Я надеюсь, что записываться гранки. Вообще не проблем. Так. Вот здесь можно устроить гонку. Вот это называется богатое ускорение. Да, последний круг. Прекрасно. Движемся вперед. Вот это называется скорость. Мне надо принять ванну. А, сейчас как раз будут душевые Наклз. Держите ракетку, парни. Вот это вид, конечно, шикарный. А, кто там? Грубо руш. Ёж, давай ускоряемся. О, прыг-скок, прыг-скок. Вот это я сейчас пролетел и даже не задел. Так, вперед, команда. Забилити! Вперед! Этому лисенку не остановить! Да! Победа! Молодец, Тейлз! Сонька погнали, но нас нет. Тейлз первый, как всегда, детка. Отлично. Это шикарно, это прекрасно, это великолепно, это балисмо, товарищи. Продолжаем, продолжаем. Так. Шэдоу нас пытался догнать, но у него не получилось. Нет, это зараза, ты... Так. Это просто так, чтобы продемонстрировать вам саму скорость. Я показываю, потому что Тейлз мы проапгрейдили очень хорошо. Доктор Майнг! Командная гран-при гонка 2 из 4! Awesome! Works for me! Вперед, Тейлз! Адьес, амигос! Вот это я называю хорошим разворотом. Пропустите гения. Что за манеры? Согласен, Тейлз, манеры никудышные. Так, сюда. Давай, Тейлз! Нельзя проигрывать! Что, у него уже там какие-то проблемы. Так, вперед! Пока что неплохо движемся. О, вот это прямо рост какой! Так, я думал, проскочу. Ты не оставляешь мне выбора. Проскочим по векторски. Не слишком умный ход, Тейлз. Почему? В конце концов, ты же Sims спала, ты знаешь, какой он гений. Вот это поворот.
Так, в обходку! Давай, Тейл, сюда! В песочку! А вот теперь вот здесь. Так, давай, принимай, Наклз! Молодец! Молодец, Ехидна! Так... Отлично! Прекрасненько! Жри кубы! Что, съел Шэдоу? Какой шикарный вид, кстати, отсюда. Вперед, вперед, вперед! Мне очень нравится вид сзади. Типа, как я открыл для себя эту возможность, я теперь постоянно стараюсь пользоваться. Шикарно! Кто-то пытается меня лазер сбить. Эй, блин. Ёж, меня-то зачем лазер сбивать? Ну, зато я голову сбил, кажется. Наверное, не уверен, в процессе. Так, передаем. Неплохо. Команда Суперсила растет в экспоненциальном формате, но это уже не важно. Какой шикарный, кстати, вид здесь, если так посмотреть. Черт. Если у нас сейчас шаттл сбить, я будет шикарно. Нет, не успеваем. Не получится. У него тоже был куст. Ах, зараза. Но ладно, не страшно. Не страшно, не страшно. Не страшно. Проблем нету. В принципе, поехали неплохо. Молодец, Тейлз. Пока держимся. Тем более, ежик шаттл еще старается. Там постарается. Но мы все равно... в лидирующих местах, насколько я могу судить. Нет, у нас обогнал. О, это команда Тень, наш основной соперник. Skyward, гонка 3-2-4! Works for me. Awesome. Excellent choice. Excellent choice. Отличный выбор, сказал Тейлз, и он не ошибся. Ты только смотрите, этот шикарный. Yes, amigos! Не знал, что ты мексиканец, Тейлз. Кто мог подумать, что Тейлз — это Мексика. Ю-ху! Вперед, детка! Меня не останови! О, черт! Кто там по мне стрелял? Не знаю, кто это был, но он гений. Так, вперед. Ой, они чуть... Омега, молодец, чуть засасывает все. Ладно, успеем, успеем здесь. Главное не дать Шэдоу обогнать нас, а все остальное это наше основное. Ааа, вот это ускорение! Ёж, ты меня прям убить хочешь, наверное? Так, неплохо. Теперь мне есть во что стрелять. Зачистим поле.
Вот так. Опа, спасибо, да, спасибо. Жри, Металлик. Шикарные гиды. О, вот это высота. Так, собираем все колечки, все прилечечки, все брютелечки. Видите, как идеально я проехал? Это было идеально. Вот что значит мастер водила. Так. Совершенно другие виды. Вот совершенно другие. Опять ты! Пока рано. А вот теперь принимаются на полную. Вперёд! Кому передать? Что у нас там сзади? Так, сзади вроде все нормально. Давай, ускоряйся, Тейлз! Проедем по слизи. Хорошо, что мы техники. Но за нами гонится Shadow. Давай, Tails. Черт, он рядом. Надо ускоряться. Черт. Ускоряйся, Тейлз! Соник нас спас. Держите, ребятки, нам нужно дополнительное ускорение брать. Я тоже лечу! Стоит машина. Тейлз. Зараза, зараза! Чёрт! Отлично, мы пока еще в первых рядах. Ой, нас соперники даже подталкивают. Вот прямо на углу поставили. Вот точно знал, гад, который это делал. Так. Собираем все. Отлично, основная команда с нами. Так, мы копим понемножку. Хорошо. О, черт, кто-то там пускает меня лазер. А че я не захватил? Погнали, детка. Вот это называется скоростная победа. Трио победило. Отлично. Шикарный кадр сейчас поймал. Молодец, Тейлз, молодец. Все трое здесь. Это сухая победа. Это чистое поражение команды Shadow. Здесь и вопросов не стоит. Вы сами судите, видите. Еще один раунд, и мы приняли. Надо доказать. Рулит раунд команды Громко. 4 из 4. Так что погнали, дорогие вы мои. Вперед. Найс. Cool. I'm so ready. This is gonna be awesome. Согласен, Тейлз, это шикарно.
О, скамелье! Наклз. Так. Наклз, благодарю. Отлично, вырываемся. Черт, хотел бы мог взять сюда силу, ну ладно. О, неплохо проходим. А Шадл всех огнем посылает. Очень низкая скотина. Ай, зараза! Ой, потерял Наклз, благодарю. Пропустите гения. А, подсказка, мы тебя раздавим. Ускорение. Идеальная зона для этого. Так. Жри, Шадоу. Я попал в яблочко. Держи курс, сейчас я ускорюсь. Ладно, зато передаю вам данные. Шадоу сам пока за мной. А Йош, давай, ускоряйся. Наклз, ты тоже давай-ка. Вижу Шадоу. Соник ему идет на хвост. Молодец, Йош, обогнал. Давай, давай, давай. Да применяй ты уже. Черт, они победили суперсилу. Гениальный ход. Но у меня зато сверхзащита. Зараза. Черт, Шадл знает, что мне нельзя давать вперед. Завидно, наверное, да? Ёжик Шадл. Так, ох ты. Он готов уметь. Ничего, у нас тоже быстро в исполнении всего идет. Так, неплохо. Отлично, последний круг пошел. Подожди, ты здесь? А кто впереди тогда? А, да ладно. Да, забить немножко спецсерфы ежа. Бакару. Вот это бусты называются. Отличное ускорение. Вперед-вперед, робо зовет парни. Передаю данные. Так. Зараза, передаем, давайте, нам нужно собирать данные. Черт, зараза! Да зараза! Буду передавать все им, потом буду запрашивать. Так. Вот так вот потихонечку и наращиваем. Черт, мы не успели, ну ладно. Давай. Ой, не успели, ну ладно, не страшно. Не страшно, у нас самое победное место, хотя, как посмотреть. Если... Ну, у нас точно не Shadow погнал, я точно помню. Блядь, да ладно. Вот хитрая зараза, они делали ставку на последнюю гонку, респект. И они нас, конечно, погнали, да? Да, на долю.
Но не страшно, мы в прошлый раз победили, потому что эту гонку у нас уже была, если что. Если добавить Metal Sonic в гонку, он станет еще опаснее. Я люблю это безглавые роботы. Он просто молодая жестянка, не о чем волноваться, Биг. На самом деле, он немного опаснее, чем просто жестянка. Ну, вроде то как жестянка. Возвращайся на трассу, товарищи. Вот так вот. На трассу. А теперь продолжаем. Продолжаем этап 4.5. Гонка на выживание. Выживи и останься живым. Что тут не так? Что тут явно не так, это точно. И здесь мы с вами на эту гонку возьмем только одного персонажа, который под нее подходит. Это Блейз. Это ее зона. Не будем, как говорится, у нее лишать преимуществ. Поставим хорошие крепкие шины и погнали. Эй, Сильвер, а какой-то ты понурный. Думаешь о том, как сильно я тебя побью в следующей гонке? Что? А, нет, я о другом думаю. Ладно тебе, вернись в игру, товарищ! Я решительно собираюсь поднять тебя на смех. Хочешь победить, да? Да, верно. Победить. Никогда ничего такого не чувствовал. Как? Уже предчувствуешь, что синий ежик скормит тебе свою же машину? Нет, никогда. Я не голоден, но спасибо. Ой, чувак, с тобой неинтересно. Haunted Castle! Гонка на выживание! Чтобы вас не отсели, держитесь во главе гонки! Я так отделаю тебя, Сильвер! Не получится! Что-то должно было быть, но ничего не появилось, ладно. Погнали, команда! Вперед, Сильвер, дай ускорение. Вот это уже другой разговор. Ах ты гребаный ёж! А, есть! Уцелел. Вот это уже ускорение вышло, ты вот это. Так, ты лети! Вперед! Вот что значит уязвимость. Так, хорошо. Вперед. Давай лучше передам. Так. Вперед! Надо соблюдать осторожность, это точно, а то нас сейчас лазером подожгут здесь. Давай, Блейз! Никаких фокусов. Так, Сильвер за мной, ему я дам. А, ну ладно, тихо, тихо. Так, вперед, товарищи! Первый круг за нами, товарищи! О, вот это высота! Эггбаум выбыл, Соник выбыл, Тейлз выбыл! Кто-то применяет команду суперсилу. Нехорошо. Давайте-ка, ребятушки. Поднажмем. Кому еще? Силу богатырскую.
Давай, ускорение не предел! Так, неплохо проскочил. Оу, да стал сбить. Так. Давай, Блейз, аккуратно. Можно начать сначала? Нет, нельзя, надо угонять. Зараза, кто-то давай, ускоряйся, Блейз. Вот, кто-то за нами поставил. Так, держите. Нас еще целая треть впереди. Так, Слидер за мной. Хорошо. Давай. Густо нужен, согласен. Давай, держи. Давай. Ускорение. Давай. Чао выпал, Metal Sonic выпал, Knuckles выпал. Остались Биг, Доктор Эггман, то есть мы. И Эмми. Кому передать? Будем наращивать свои скоростные возможности. О, вот это я проскочил. Так. Держите, товарищи. Так. Самое время, ты согласен. Пора применить. Да, это скорость невероятна. Так. Отличный подход, товарищи. Вот это я называю грамотным заездом. Хотя Гектор сейчас вылетит. Он на шестом месте, он сам в финале. Как ты, Гектор, с такой скоростью умудряешься проиграть в собственной канализации? Да, тебе не ставить, ты уже вылетел. Но это победа. Мы выжили. Мы выжили, товарищи. Мы выжили. И Тейлз, и она встала. Да ты встала-то? Встала. Слушай, она стоит. Она стоит. Зачем ты встала? Как встала? Так, ну так или иначе, мы выжили, мы устали, сняли. Биг порвался тоже, да, господа? Биг злобный, я вам говорю, он тот еще злобный гений. Но мы все равно первое место. Победа за нами. Молодец, Сильвер, отличная работа. Молодец, говорю. Что? Спасибо. Ой. Завершите гонку на выживание, не потеряв ни одного из членов команды. Можно было получить ключик. Но, конечно, в принципе, неплохо. И, кстати, Плейс правильно сказал, что Сильвер молодец. Он же выжил, в отличие от Вектора. Соник, конечно, та еще мудло, но вы реально посмотрите на это мудло. Он буквально провоцировал Сильвер. Как такой персонаж может быть вообще героем? Ну, мудень полноценный. Вот Доктор Эггман, это уже другое дело. Шаду даже хорошо подойдет. Эх, вот таких героев получает мир. Какая следующая локация у нас? О! Городская зона. Событие. Этап 5.1. Командная гонка. Market Street. Зеркальная гонка. Финишируйте в топ-3 личной гонки. Финишируйте первым в личной гонке. Выиграйте гонку всеми членами вашей команды. Что ж,
Погнали! Silver has been acting kind of strange. Как-то странно себя ведет. Да нет, просто... Этот синий мудак ему буквально нагадил душу, если бы она была. Если бы душу существовали, туда бы нагадил. А так, подсознание, в сознание, подсознание. Так. Ну а сейчас мы кого с вами возьмем? Это Market Street, как ни крути. Предлагаю... Это командная гонка и Market Street. Давайте тогда вот это возьмем, как раз таки продолжительность. И Эмми отлично будет здесь смотреться, я уверен. Ей подойдет. Погнали. Что с тобой творится, Сильвер? У тебя голова чем-то не тем забита совсем. Я в порядке. Просто нужно... Должно случиться что-то плохое, я чувствую. Не могу это объяснить, просто чувствую, понимаешь? Дар предвидения возник из-за путешествия во времени? Не знаю, может и так. А может, я просто слишком много думаю. Как бы так ни было, я тебе верю. Мы будем готовы. И Market Street! Зеркальный трек, леди и джентльмены! И сегодня мы с вами в нашей основной программе. Сильвер, сосредоточься на задании и выиграй эту гонку. Есть проблемы и посерьезнее. Поболтай дальше, увидимся на финише. Я Мудлорд, Соникас. Мы победим, товарищи, вы мои сладкие. Погнали. Вперед. Давай, Эбич! Биг! Бигаста! Давай-давай, мне силу! Мне реально нравится местный зеркальный трек. Реально очень хорош. Вперёд! Давай, Эбич! Вот здесь сосредоточиться очень сложно. Пристегните ремни, Эмми идет вперед. Мне реально нравится, как зеркальный трек здесь прекрасен. Надеюсь, я не так попал. Давай, молодец, Бигаста. Так, давай на подходе. Легким первым классом. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это же зеркальный трек. А, отлично, прорвались. Сейчас уйдет за нами. Биг! Вот, молодец. Держись третьим или вторым. Может, даже первым. Это очень мило. Да, знаю. Это очень мило, реально. О, неплохо. Давай, давай, Эмич. Мы пока собираем колечки. Так, это наш рядом. На них не обращаем внимания. Так, передаю. Пока рано применять команду суперсила. Рано, товарищи. Рано. Держим, пока держим позиции. Здесь можно обойти аккуратно. А вот сейчас можно. Вот это уже другой разговор, детка. Вперед, детка! Мы просто проносимся впереди. Почему я стал добрал скорость? Потому что ты идешь по коленочке. Давай, команда!
О! Вылети! Давай, Эбби, ускоряйся! Спасибо, я снова на трассе. Ты знаешь, что снова на трассе. Меня догоняйте! Кто там за мной едет? Я поехал. Так, кто-то применил камни. Я чую движение земли. Так, передаю. А, кто-то включил какофонию. Так. Ну, это уже победа наша. Я люблю дать, но поздравляю, только добрался до полетной зоны. Да, вылети. И мы победили. Мы первые, мы первые. Молодцы, ребятушки. Прорвались. Прорвались с вами. Шикарно проехались. Мне реально нравится Зика. О, Дик полетел. Мне реально нравится Зикальный трек. Вот почему нельзя просто выключить этот дни и просто насладиться, как только как один видит. Это шикарный бог. Посмотрите, даже вот здесь шикарный. О, у этого вообще бомба вонючки. У этого черный бомба вонючки на его задницу. Ах, шикарно. Мы победили, я горжусь с вами командой, сказала я. Я отправил вам данные. Поддерживайте радиомолчание, пока миссия не будет выполнена. Моего агента свои задания, Metal Sonic, пока он их выполняет, размажем этих неудачников по треку. Это странно, что я ревную босса к другим роботам. Очень странно, учитывая, что он тебя терпеть не может. Ну, сердце уж не прикажешь. Вот это ревность. Кубот. По сути, сын доктора Эггмана ревнует его. Попахивает инцестом. Ну, с другой стороны, почему бред? Зато вы получили командную гонку. Финишируйте топ-3 личной гонки. Финишируйте первым. Выиграйте гонку всей команды. Мы победили все команды. Хотя по-другому и быть не могло. Шикарно. Здесь у нас есть этап нападения эгпаудов. Можно обойти здесь. Либо же этап 3, командная гонка, Фронж Данжьяр, зеркальная зона. Мы возьмем эту зону. Как раз таки, в принципе, будет нормально. Погнали. Ключ к победе, командная работа. Все правильно. Так, кого возьмем здесь? Все-таки это Фроузен Данжьяр, как ни крути. Давайте-ка мы с вами... Наверное, Shadow здесь отлично подойдет. Nothing will stop me now. Да, тебя ничто не остановит. Развить высокую скорость можно, если правильно выполнять определенные действия с напарниками по команде. Да, я знаю, мне нужно только научиться делать рывок. Секрет в том, чтобы согласовать время действий с противником. Эми, похоже, там в тени прячется кто-то большой. А еще вон то облако, похожее на фроги. Мило, Биг, давай, нам нельзя стоять на месте. Гонка скоро начнется. Интересно, этот большой парень гонщик? Фронт Данжьяр, зеркальный трек на день, джентльмены! По-моему, у меня начинает получаться. Фроги всегда говорит повторение, мать учения. Это команда мечты. Вы только посмотрите на их настрой. Они готовы разрушать. Увидимся на финише, неудачники! Так! Не знаю, попал ли я в кого-нибудь.
Вперед, Шадоу! Отлично ускорение, товарищ. После такого мне понадобится режим рывока. Так. А я думал, что он здесь будет получше. А он, оказывается, вот это слабачело. Надо, значит, командную суперсилу увеличивать. Ну, что-то зеркальный трек, конечно, к нему мне прирыхнуть надо. Так. Вперед! Вперед, прорвались, неплохо. Но вот Омега в самом конце, что плохо. Так, неплохо, держим. Да, теперь мы можем потягаться, согласен. Но Эмералд дует прямо в задницу нам. Омег пока всех обгоняет, это хорошо. Отдам. А, ступила. Этот виск ни к чему, забирает. Ну, кстати, реально, там все равно вызвали. Повышение ускорения. Вот, молодец. Тоже отдаю. А вот теперь ускорение. Максимальная скорость. Так, это забрали. О, нет! Ой, зараза, здесь порваться вообще невозможно с этими скалами. О, давай. Так, хотя бы держимся, это хорошо. Ну, такой суровый голос, такой щит, как его озвучивает Крис Эльба. Так. Вперед, ежик. Руж, давай тоже догоняй, ты отстал слишком сильно. Хорошо, хочу вернуть подороже. Правильно. Роуз у нас прям пытается сбить с дороги. Ничего, мы устроим жареное барбекю. Джентльмены, помогите даме. Да я помог бы, это здесь самому нужен джентльмен. Ой, зараза. Что-то часто здесь каменные виспы появляются. Давай, есть. Хотя бы зажгу их здесь всех. Молодец, Руш. Вот теперь можно! Вперёд! Командная суперсила! Вот, молодцы, товарищи! Идеальная гонка! Полёт это по мне, крошка! Да, хорошо! Победа! Победа! За Шадоу победа! И полноценная командная победа, товарищи! Это лучший вариант! Молодец, Шадоу, молодец! Так! Неплохо! Получили! Ранг! Блин, классно! Шадоу всех на целую голову опередил, как всегда! Вы ничего не могли бы сделать без меня, я сказал.
Что случилось с этим большим парнем? Интересно, что он там делал? Что ты сказал, Биг? Облако Фроги пропало. Биг умнее, чем вам кажется, ребят. Я вам говорю, в конечном итоге он станет самым главным злодеем всей вселенной Соника. На что Трэгман будет в шоке? Вот я говорю вам, в нем таится гигантский потенциал. Он каждый раз говорит что-то умное вскользь, всегда. Но при этом делает вид, что он глупый. Чтоб потом взять и захватить весь мир и превратить его в собственный кошачий лоток. Ну так или иначе, ребят, мы с вами получили еще 3 звезды бонусом. И сможем с вами пройти в командную гонку Рулет Роуд, тоже зеркальная гонка. А пока что на данный момент спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. Всем хорошего дня, хорошего четверга. Ну и, конечно же, всем до скорой встречи и увидимся с вами на вечерних стримах. Удачи! И да пребудет с вами Бегаста! Deep Sonic Racing!